Я никогда не делала обзор покупок. Здесь не обзор покупок, здесь то, что везли с отпуска. Это самая приятная процедура. Но пусть она останется в памяти. То, что мы сейчас привезли с Соль-Илецка, с Казахстана, с Татарстана, ну и с Кирова. В общем, яблоки – это дорожные приятности, заброшенный сад. Юра, ну, целый пакет нарвал яблок. Прям целый пакет. Вот кукуруза. Ну, попросила, говорю, ну, для фотографии. С Казахстана? Да, кукуруза из Казахстана. Но это уже начали уже грызть. Каждый приходил, по разу кусал. Дальше. Дыня. Дыня. Соль-Илецк, да? 30 рублей килограмм. Соль-Илецкий арбуз. 25 рублей килограмм. Но очень знаменитый, как бы, соль-Илецкий арбуз. Очень сладкий, знаменитый, да. Ну и вот это тоже арбуз. Это тоже арбуз. Вот. Килограмм 22 рубля. Самых больших. И они как выставочные. Выставочные экземпляры. Он около, сладкие. Да, около 20 килограмм. Первый раз мы взяли такой огромный арбуз. 19,500. Да, 19,5 килограмм. Вот это у нас такой арбуз. Я Казахстана. Не знаю, как бы Юра сказала, что это марочный. Марочный. На наши деньги это рублей 200, 230, 250. В общем, надо еще уточнить, сколько. Вот такой 250 рублей коньяк. Мы не могли проехать мимо и не набрать коньяка из Казахстана. Ну и дальше это уже идут сладости. Да. Их только будет есть, я понятия не имею. Да, под коньячок точно. С арбузом. Вот это я пробовала. Это очень вкусно, потому что я щербет люблю с детства. Вот, например, покажу, как он выглядит в разрезе. Это душистый, это очень ароматный, горький. Это мед, Соль-Илецкий тоже взяли, тоже очень вкусный. Грязь лечебная. Да, самое главное – это грязь. Да, грязи мы там не набрали, с собой взяли. Да, грязь очень эффектная, буду продолжать лечение. Ой, это что-то, вот я увидела такое на рынке в Актобе, в Казахстане. Попробовала, и мне очень понравилось с помидорами. Это арахис. В дороге я зарекомендовала себя отлично. Так, это, вот это я, да, это кристаллы бишофит. Ну и здесь целая аннотация. Бишофит является природным материалом, включающим хлоридно-магниево-натриевый комплекс. Йод, бром, железо, кремний, молибден и другие элементы. Соль-Илецк, соляное мыло. Так, это соль. Это соль, в общем, один шарик на стакан воды. Полоскать горло, полоскать нос. Так. Дегтярное мыло. Вот я все хотела, дегтярное мыло. 150 рублей. Вот такого оно плана. Да. Так, вот это что? Вот. Вот такая вот интересная штука. Это в Казахстане, в Актобе, это бывший Актюбинск, на рынке обнаружили белого цвета и вот такого желтого кристаллы. Понятия не имели, что это. Но нам объяснили, что это вареный сахар. Как можно сахар сварить в таком виде, понятия не имею. Конечно, орехи, как с юга приехать без орехов. Еще грецкий, миндаль. Это то, что мы очень любим. Спелая дыня, скраб. Ну, взяли мы, сколько, 10 початков. Вышло по 20 рублей початок. Так, вот, уже приехали, сварили. Ну и мальчишкам футболки. Такие прикольные, не скучные. В итоге, девочки, не знаю, первый мой обзор покупок. Я никогда этим не занималась, не знаю, получилось, не получилось. Но, в общем, пусть для меня самой это останется в памяти, что мы привезли, потому что всегда привозим гостинцев много. Вот в таком плане вот это как выглядит. Вроде бы все обо всем рассказала. Может, сняла неправильно? Скажите, как снимать правильно. Подскажите. Ну все. Обзор закончен. Лариса Янушкевич, подписывайтесь, заходите, ставьте лайки. Ой, как я сказала, я никогда это не говорила. Ха-ха.